Так, вот такие интересные грибочки нашел. Ничего не собираю, потому что ничего собирать-то и нельзя. А вот как какие-то ушки выглядят. Смотрите, сюда двигаю, тоже ближе. Какие-то коричневые. Я вот не буду во всех названиях распространяться, потому что я не знаю. Поделитесь вы, пожалуйста. А я пошел, собственно, за строчками. В надежде гигантские найти. Но вот тут они растут, даже не пошел, поехал. Ну как вот дурачок взял корзинку, один из велосипедов. И смотрите, вот за велосипедом тут еще вот такая растет. Некоторые в красной книге какие-то у нас определены, поэтому я вот не знаю, на разведку. Так. Потому что еще и геолокацию. Вот еще одно ушко. Это я уж так назвал. Коричневое ушко. Но иногда я вот еще одно. Ну, явно какой-то не строчок. Если разновидность только их. Так что вот надежде, да? Иногда мне попадались. Иногда я с велосипедом, но чаще без, весной. Ладно, вот такой вот красивый лес тут у нас. Велосипед тоже. По сути, что-то должно быть. Ну вот, грибочки, вот эти вот, которые я показал, я их не ем. Да, может еще что-то найдется в округе рядом. Но тут уже там повыше, чуть-чуть по суше. Все-таки тоже, да, как проталины, говорится, больше места. И смотрите, что любит. Если вот березка поваленная лежит, ну иногда и не на березках растет. Так, ладно. Вот я поделился, народ, такими грибами. Мне интересно, может быть, и эти съедобные. Сейчас их не потоптать. Вот они тут. Вот маленькие, вон побольше. Такие грибы.